кусочек динарика. Серебряный же, да? Пи, по-моему. Посмотрите, друзья, какой замечательный у нас восход солнца. Я понял. Находочка. Мы, кстати, на этом поселении впервые. Мы его, можно сказать, только что нашли. Идем дальше искать. Юрчик, передай привет. Тебя давно не было в кадре. Кому привет? Всем привет. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Дальше искать пошли. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы в коем веке покопаться. Выехали на такое вот поле. Тут стоял подсолнух. Его убрали, остались такие вот струполя. Поселение здесь было древнее. Ходим, в общем, ищем. Есть у меня находочка. Сейчас вам покажу. И Тёмыч нашел половинку динарика. Сейчас мы подойдем к нему и посмотрим. Смотрите, что я нашел. Вывалился поломанный крестик. Отломано одно. Один лепесток. Лучик. Сейчас к Тёмычу подойдем. Показывай, что там нашел. Пока Тёмыч достает, я вам покажу. Керамика вот здесь есть. Старая, древняя. Место правильное. Но это уже что-то современное более. О, кусочек динарика. Серебряный же, да? Вроде да. Пи, по-моему. По-моему, пи. А может и нет? Не, пи. Да, жалко, что не целый. Ну, походим здесь, да? Печалька. Походим, что-то поищем. Юрчик к нам приехал. Ладно, ребят, смотрите, мы искать пошли. Сверху лежал. Я понял. Посмотрите, друзья, какой замечательный у нас восход солнца. Очень красиво. Там ручеек течет, туманчик над ручейком, солнышко встает, тепленько, классненько. Супер. И у меня есть находочка. Сейчас вам покажу. Я выкопал его со штыка. Вот он. Долгожданный динарик. Тут какой-то воин с копьем стоит. А здесь... О, Фаустина. Фаустина старшая. Дива Августа написано на нем. Хороший динарик. Большой. Большой, хороший. Классненько. Находочка. Мы, кстати, на этом поселении впервые. Мы его, можно сказать, только что нашли. Приехали сюда в разведке. И вот разведка, пожалуйста, дала свой результат. Керамики, кстати, не очень много, но она есть. Потому что мы вышли сначала с одной стороны поля, ходили. Ничего там не было. Чуть-чуть переехали. Вот там вот машина наша стоит. Сейчас вам попытаюсь как-то показать. Вон машина стоит. И... Ехали вдоль поля, увидели бугорок, решили выйти на бугорок. Вышли на бугорок, нашли пару кусочков керамики, ну и пошли вдоль ручья. Вот так вот ручей течет. И пошли вдоль ручья
двигаться влево-вправо. И вот, пожалуйста, результат. Тёмыч нашел половинку, а я нашел целенький. Фаустина еще и в очень даже неплохом состоянии, я вам хочу сказать. Супер! Берем, идем дальше искать, не переключайтесь. Ходим мы, друзья, все по той же поляне, я бы сказал. Поляна со струполями. Есть у меня находочка. Зацените. Дупондий выпал. Что-то мне в этом году, это уже, по-моему, третий или второй. Ушатанный, конечно. Легенда есть еще какая-то. А, вот так вот правильно будет. Чувак какой-то стоит, видишь. Чернозем убивает, конечно, медь в какашку. Покажи свой динарик, Юрик, что ты нашел. Я вот где-то далеко положил, но... Доставай давай. Я нашел Фаустину старшую. Не, я этого нашел, Адриана вроде бы. Дупондий. А, блин. О, прикольный. Хороший адрианчик. Слушай, у меня тоже, кстати, Фаустина ничего такая. Ну-ну-ну. Хороший адриан. Ну, морда такая вообще классная, скажи. Да. Сухан такой. Сейчас я тебе свою Фаустину покажу. Открой-ка мне, пожалуйста, эту штуку. У меня такая волшебная коробка. Тащи вверх ее просто. Она вынимается. Я просто боюсь, что... Доставай. Да ты сегодня вот это выкопал, да? Ну, Советину еще выкопал 3 копейки. Не, так Фаустина нормальная. Хорошая, да? Но... Жирняк. Идем дальше искать. Юрчик, передай привет. Тебя давно не было в кадре. Кому привет? Всем. Всем привет. Друзья, мы пообедать решили. Вот такой у нас сегодня скромный завтрак. Колбаски, пирожок с маком, майонез и чай. Пообедаем и пойдем дальше искать. Там он какой-то... Чувачок приехал на телеге, пошел что-то собирать в кусты. Что-то знает. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы кушаем, идем искать дальше. Друзья, смотрите прикол, иду я по полю. Тут вот нора какая-то, кто-то вырыл, какой-то зверек, высыпал кучу земли и лежит с этой же норы кусочек керамики. Зверь выкопал и выкинул. Вот такая вот она, черняховская керамика. А мы все ходим, ищем. Вон пацаны гуляют, там вон Юрчик, Тёмыч туда вот на дальний кордон ушел. Пообедали, идем искать дальше, смотрите. Ходим, друзья, мы все там же. Тут мужик собирает подсолнух с поля, который остался, видно, на корм кому-то. А у меня есть находочка. Взгляните-ка. Динарик мне вывалился. Или местный, по всей видимости. Ой, какой он в сохране вообще класс. Аврелий, что ли, или комод. То ли комод, то ли Аврелий. Ли местный, но в хорошем состоянии. Класс. Класс.
Жаль, конечно, что не серебро, но пойдет в коллекцию. Берем, друзья, идем дальше искать. Интересное здесь поле. Будем ходить, никуда переезжать не будем. Находки какие-то вылазят. Будем выхаживать. Я думаю, что сюда обязательно стоит вернуться, когда это поле перепашут. Или, может, подискуют после этого подсолнуха. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Мы дальше искать пошли. Хожу, ребят, я уже 2 часа. И грешным делом подумал, что, наверное, закрылся портал с динариками. Но оказалось, что нет. Есть у меня еще один. Сейчас посмотрим. Портал, ребят, не закрылся. Вывалился еще динарик, но он такой страшный, что просто капец. Мне почему-то кажется, что он горел. Не видно на нем вообще ничего. Сгорел, оплавился. Но был динарик, друзья. Был динарик, и уже там ничего даже не разглядеть. Да, печалька. Печальная находка. Да. Пацаны, вот там вот ходят. Это Юрчик. И где-то Тёмыч там тоже бродит рядышком. Вот он. Мы еще часик походим и будем собираться, потому что нужно ехать домой. Есть еще сегодня дела. Ладно, смотрите, если будут какие-то находки, я вам все покажу. Ну что, друзья, заканчиваем мы нашу сегодняшнюю экспедицию. Сейчас я вам находочки наши покажу. Так, Тёмыча находочки. 5 копеек имперских. 1879. 5 копеек. Какой тут год? 52-й. 52-й. 52-й, да. Пуговичка. Это пуговичка или что? Да, пуговичка. Да, пуговичка. Пятнашка, еще копейка николаевская. Кусочек динарика. Это Юрчика динарик. Хороший такой, да? Это крестик я нашел. Бубенчик такой вот вывалился. Фибула одна на все поле. И та вот несчастье такое. Фибул вообще как-то нету. Вот это непонятно что. Какой-то, не знаю, сопутка какая-то. 3 копейки. 34-го. Дупондий. Укайдошенный. Вот это вот. Вроде как морда Веспасиана просматривается там. Но это не точно. Тут вообще ничего не видно. Это, по-моему, Аврелий и Фаустина старшая. Вот такие вот находки, в общем. Что хочется сказать, друзья, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.